побережье Керченского пролива, чтобы выяснить, какие существуют варианты решения транспортной проблемы. Ну и главное движение на паромной переправе вступило в силу. Это можно заметить еще на подъезде к ней. С обеих сторон пролива появились так называемые перехватывающие парковки, каждая из которых вмещает более 1500 машин. Всего 150 рублей, и автомобиль может остаться.